Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Здорово всем, привет. И тут вступает Рэй в половину второго ночи. Привет. Да. Не спящий наш Рэйчик поздоровался. Так, результаты. Ну, что у нас там? Давай посмотрим. Опять, ребят, победители. Это очень круто. Я вас всех поздравляю. Новая краска эпическая, ребят, для мотоцикла, зимней шины на раллийное авто и ускоритель дым на трактор. Так, крылья на автобус, ускоритель фляг на джипик какой-то маленький. Так, крылья на ККМ-ку и ускоритель дым на скутер. Так, ну что же. Что это у нас? Это мне не надо. Ребят, ну что, сегодня попробуем взять 13 тысяч кубков. А почему бы и нет? Так, 133 тысячи, кстати, монет. Давай-ка мы, наверное, знаешь, что сделаем? Ну, во-первых, поменяем вид нашему гонщику. О, вот такой вот оставлю. Дальше. Где наш мотоцикл? Что мы можем прокачать? Может быть, все-таки прокачать сцепление ему полностью? Или как, ребят? Прижимная сила. Слушай, ну прижимную силу, наверное, да? Пускай будет. Пока. Так, что у нас за загонка? Шахты? Ну, в шахтах, я думаю, не нужно здесь вот это вот. Крылышки там и тому подобное. В шахтах нам нужна скорость и маневренность. Грустный клоун там едет. Давай, Рэй. Держись бодрей. О, вертушка, видел, что вытворяет? Он с этим, что ли? Фигею. Я офигею, блин. Ехал первым, меня на финише просто, ребята, вдвоем сразу же. И вертушка, и... Я не боюсь, как этот-то размазня меня мог обогнать. Скажи-ка мне на милость. Вот это вот желтая параша. Вот это вот мне непонятно, например. Мотоцикл там сразу распластался, я вижу. Ну ладно, вторым приехали. Желтая размазня прям вот, ребята, по пятам за мной ехала. А мотоцикл, да, конечно. Здесь он... Как бы нам даже не конкурент. Хотя, кто его знает. Опять? Такс, тихо, аккуратно. Оу! Ух, как же, ребята. Я и забыл, что есть вот эти вот. Блин, третье место. Я и забыл, что бывают, ребят, такие у нас трассы, где надо спускаться вниз. Я уже давно просто их не встречал. Поэтому как дурачок рвал по полной программе. Топил за то, что там будем проезжать. А вот и дотопился. Куда мы там едем, фиг знает. Да ладно. Этот отстой еще там за мной едет. Нет, этому не бывать. Этот суперкар, он везде лезет, прикинь. Просто, ребят, везде лезет. Мотоцикл, разбейся. Я тебя умоляю, разбейся где-нибудь там. Чтоб глаза мои тебя не видели. Ну вот. Ну что, последними, что ли, приедем? Третьими. Я еще, ребята, больше удивляюсь. Ну как он может ехать, блин, в горы? В горку ехать, как будто, блин, ничего и не бывало. У меня такого фиг получится. А у него очень даже хорошо получается. Но здесь, конечно, сейчас в данный момент было классно. Сделано. Недотепы. Так, хорошо, лесной кубок. Лесной кубок. Слушай, давай попробуем лесной кубок взять с тобой
на багги. Дурацкая, наверное, идея, да? А может быть, не дурацкая. Ай, дурацкая, скорее всего, ребят. Ну ладно, посмотрим сейчас, что у нас получится. Пока вроде бы норм. Да. Первая гоночка у нас получилась крутая. Но это первая гоночка, а еще две впереди. А автобус-то что здесь делает? Скажи-ка мне на милость. Вот, кстати, багги вот по этим камням вообще идеально заходят. Ух, тихо, нормально. Вообще замечательно сейчас получилось. Но ускоряшки пролетели, даже глазом не моргнули. А тем более вот в эти вот подъемы. Я уже вам говорил, что багги в подъемы залетает только шорох. Кстати, мы забыли глянуть с тобой, что у нас за ежедневные задания-то. Тихо, не надо. Автобус, ребят, сразу же. Давай, 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 родной. Красава. Топово. Замечательно. А эти супостаты пускай пыль глотают из-под моих колес. Все, первое место. Неужели кто-то не спит еще? Как дела, Рэй? Всем удачи во всем. Что я сделал? Что я сделал? Так, подожди, я немножко отвлекся. Что я хотел сделать? Так, кубок Сумрачной долины. Я, наверное, поеду тоже на багги. Прокачусь. Что я хотел сделать? Блин, отвлек он меня. Блин, забыл. Что-то же хотел сделать. Ладно, фиг с ним. Да ненавижу я, когда ты вот такие вот прыжки делаешь. Ну, серьезно. Ёк-макарёк, куда это перелет-то такой? Ты посмотри, он на своих... На своих гигантских есть колесах. Ему пофиг, он не переворачивается даже на этой машине своей. Буржуй. Да-да-да, я в шоке, ребят. Куда он там, наверх поехал, что ли? Не надо. Едь аккуратно, 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 Рэй. Есть. Все, ребят, нам обеспечено первое место в этой гонке, потому что два первых места. А два первых места это автоматически тебе, даже при плохом раскладе, тебе дает уже это призовое место. Как ни крути. Слушай, ну довольно неплохо она тут рулит. Да, единственное, что вот эти вот прыжки, конечно, мощные вообще мешаются. А так справляется замечательно. Есть. 9 баллов, и поэтому первое место за нами. Пятый день, забираем самоцветы. Работаю, ночная смена. А чему я радуюсь, сам не знаю, ребята. О, круть. На самом деле, мне просто приятно, что это не ребенок. Это работающий, это взрослый человек, я так понимаю уже. Как бы, как тебе объяснить-то? Немножко удивляюсь тому, что в моем клане, помимо детей, да, и подростков, еще вот есть взрослые довольно-таки люди. Очень приятно. Это мне льстит, на самом деле. Так, и все равно, ребят, я забыл, что я... Что я хотел сделать. Блин, из головы вылетело, и все. То ли что-то поменять хотел, то ли еще что-то. Так, ладно, я думаю, что мы, наверное, сейчас... Кубок Федерации... Нет, Кубок Федерации мы поедем на раллийном авто. А вот если будет город,
то, соответственно, на суперкаре уже поедем. А тут... тут лихач. Чё-то я так круто полетел как-то. Блин, только не вот это вот. Да зайди ты твою ж дивизию. Все. Алихач, Алихач, ребят, что-то вообще аж последним приехал. Может быть, он просто не умеет играть на лихаче. А с другой стороны, фиг ли он не умеет-то. Ты видел, там кто-то сиганул, офигеть, как. Вот я бы на месте лихача бы, ребята, даже бы не сбавлял бы скорость. Ох, только я такое мог чудануть, ребят. А этот на крыльях любви там летит. Блин, ну неохота мне четвертым приезжать, а? Хочешь, не хочешь, ребята, придется. И все из этих прыжков дебильных. Все на прыжках свалился. Лихач, лихач и не разбился ни шиша, а? Ты посмотри. Твою налево, блин. Уйди. Уйди, противный. Есть. Что у меня получается? Второе место, да? Второе, ребята, место я получаю. Все, вспомнил, что я хотел сделать. Так, проедете 2000 метров, багин, гора приключений. Вот это вот поменяем. На формуле, блин, еще не легче. Короче, ничего мне не получится. Так, горные мосты. Если у нас это горные мосты, то лучше всего взять. Да-да, ты правильно понял. Баги. Хотя тут опять же этот, блин. Че, неужели лопухнулся? Ну, вторым. Я не удивлен немножко, как вот эта вот развалюха первым поехала. Приехала. С ее-то габаритами и... ну, не знаю. То, что она только вот прыгает и все. Вон там перевернулся он, хламон. Вот. Вот чувак на баге едет. Ты не вздумай перевернуться, блин. Что там мы тут... и он забуксовал, и я забуксовал. Что-то все мы буксуем. Как? Как этот паршивый морда, блин, на месте он газанул? Объясни-ка мне, пожалуйста. Что вообще происходит-то, блин? Ну, что я могу сказать? Читер есть читер, ребята. Просто на ровном месте... происходит, блин, едем вторым. Слушай, я даже первый, ребята, получается, буду сейчас. Как он на месте стоя, он сиганул там. Ага, только жрать что-то. Это мне знакомо. Я просто сам, когда? Завтра? Нет, послезавтра. Послезавтра я пойду тоже в ночь. Две смены в ночь, блин. То есть это я ухожу во сколько? Это я в 6 дня ухожу, и только в 10 дня следующего я прихожу домой. По 12 с лишним часов работаем. Так, ладно. Испытания на скоростных спусках. Если спуски, то... скоростные спуски. Давай попробуем на раллийном авто. И что это у чувака такая машина, как поезд? А, ну я вспомнил ее. Скоростные спуски. Опа, отлично. Первый скоростной спуск за нами. Испытание мужества. Давай ты едь нормально, не кривляйся.
Тут тоже все прекрасно. И испытания на скоростных. Так, идеальный старт. Вроде все пучком. Да? Как ни странно, ребят, просто сделали всех. Причем на изи. Это даже доехать не успел. Развернуло чувачка. Так, ну а мы получаем две награды. Да, две. Так, это у нас на мотоцикл. Это крылья, а здесь крылья, колесный ускоритель. Угу. Кубок путешествий. Багги, что ли, взять? Или все-таки на... Да давай поедем на раллину. Блин, кубок путешествий. Они меня опять обманули. Они выставляют картинку пустыни. Я думал, что мы будем сейчас по пустыне шпарить. А по итогу? А по итогу? Вот такая вот, ребята, ерунда получается по итогу. Вторым. Я вторым приехал. Ладно, ничего страшного. Это не показатель. Одна гонка — это не показатель. Но у него нет крыльев. У него турбина, ребят, стоит. Да это и не тот, к тому же, еще. Где мою нитро, а? Опа! Я сейчас сказал, что первая гонка — это не показатель. А вот теперь у нас город. Вот в городе-то я как раз-то и сфейлю со своими крылышками, которые мне тут вообще не в тему. И вот это вот топорное приземление. Да. Здесь-то как раз вот и надо было брать, друзья мои, знаете чего? Вот этот ускоритель. Это было бы топ. Вот он, пляжный кубок, блин. Вот теперь действительно должно быть... Блин. Три суперкары, что ли? Ну давай, выжимай из себя все, что можешь. Красавчик. А им так, ребят, смотри, хотя прям по пятам приехали. Матизапелли какой-то. Факс Макс. Ну, где мои крылья? Давай, бери, есть. Только, ребята, финишную пересекаю, и эти уже сзади на хвосте. Тут как тут. Супостаты, обормоты. Да не можешь ты, блин, круче, чем я. Или можешь? Опа. Все, ребят. Первое место, короче. Жить. Так-то нам раз, два, три. Три еще гонки. Так, городская война. О! Исследуйте чужие миры на шестиколесной машине с переменным профилем. С переменным профилем даже. Ну давай, Феррари, газуй. Да, вода это вечная. Заноза в одном месте. Буль-буль-буль-буль. И финиш. Ну, вот эту вот гонку, ребят, я практически никогда не проигрываю. Вот сколько я уже замечал, сколько мы играем. Один раз, по-моему, было, и то чисто случайно. Уй. Так, ККМ-ка сзади. Ага. Смачно.
ККМ-ки даже и шансом не дали нас обогнать. Вот я бы же, когда вот вниз у нас... Ой! Тут, да, тут лучше вот так вот. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Давай ты... Как мешок с... Я бы сказал бы с чем. Фух. Поволноваться меня, ребят, решили они. Так, воскресный чемпион. А я поеду воскресный чемпион тоже на этой. Не погорячился ли я с воскресным чемпионом-то? Погорячился, я так и понял. Тут, ребята, крылья бы вообще были бы... Ну, есть... Понятное дело. Четвертым приехал. Твою налево, а. И все это... Вот эти вот мосты, мостики, которые там были, это все из-за них, ребят. Видишь, тут мостов нету. Ну так только я мог сделать. Что, получается... Получается, ребята, что мы сейчас вообще откатимся назад. Победы-то здесь не видать. Паршиво я проехал, короче, эти гонки. 3 очка это ровным счетом мне ничего не даст. Блин, а, подожди, если тут еще одна гонка, то... То ладно. Может быть, все-таки шансы будет хотя бы 3-е место занять. Да ну какое там, блин, 3-е место, твою ман... Сказал бы я тебе по-русски, блин. Все, доигрались. Дебилизм, полный дебилизм, друзья. Просто полный дебилизм. Что с машиной происходит, я не знаю. Раньше такого не было, чтобы она так переворачивалась часто. Раньше из каких только ситуаций мы не выходили, все равно, ребята, она вставала на колеса. Тут нет. Тут она забила на все и сказала, хрен тебе, а не колеса. Так, я что там, с ККМ-кой или что там? ККМ впереди? Или это такое раллийное авто? Не пойму. Что там такой обвес на нем висит? Я даже, ребят, не понял. Ну, по-моему, это... Нет, это раллийное авто, ребят. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Прилетай, отлично. Пускай там пыль глотает. Так, байкер. Хе-хей. Ну, бас этот байкер. Как кто-то правильно подметил. Когда Рэй выигрывает, он радостный. Когда проигрывает, у него сразу все кто-то... кто-то виноват. Конечно, ребят, кто-то виноват. Ой. Блин, как я жалею порой, что у меня нету нитро, а. Как бы оно хорошо бы давало буст мне, а? Есть. Обогнал. В воздухе, ребята, причем обогнал. Приступайте к развлечениям. Слушай, а мы же, по-моему, на баге вроде бы как развлекуху делали в последний раз. И причем довольно вроде бы неплохо. Я могу, конечно, ошибиться. Может быть, мне приснилось это в страшном сне, и я... Решил, что так оно и было. Но я вижу, что не я тут один на баге. Мне все равно непонятно. А, нет, все. Теперь мне все понятно. Этот да выпендривался, ребята. Раллийное авто. Нет, ну тут понятно, ребят. Куефа, мы сейчас посмотрим, ребята, как он будет на другой трассе куефать. Например, вот здесь вот. Если он выиграет 3 гонки подряд, то я признаю, что он силен. Если же он сфейлится, то я тебе скажу, что он лохмандей полный, которых свет еще не видывал.
Так, пока я... Все норм. Ну что я тебе скажу, Лохмандей он полный, который свет еще не видывал. Да, он приехал вообще третьим. Так что на первой гонке ему просто-напросто повезло. Ладно, давай посмотрим здесь. Кому фартанет больше? Зеленое барахло, ты меня бесишь уже. Как тебя там звать-то? Клет. Блин, ты мою машину хочет перевернуть, блин. Так, ну что, я первый. Путешествие, блин, на пальцах. Опять же, путешествие, ребята, на этих пальцах. На чертовых грязных пальцах, понимаешь? Ну еще не легче, еще и ККМ тут лезет. Фига себе, она еще и обогнала. Так, ладно, второй. Сейчас мы с этой ККМ-кой потрещим. Блин, бесявый, а. Так, я воду. Опа. Ну что, съел нубло? Вот так-то. Что еще тут против папы имеет? Давай, господи, шпарь. Так, Муса, иди отсюда, а. Вот так вот. Захотели чего? Всякие тут мусы, засрусы. Надо делать как я, и все будет окей. Так, у нас там... Угу. Поехали. Штат Калифорния, да? Все там в яму попали, а я просто ее пролетел. Ты видел, как зыбанно я проехал? Была бы какая-нибудь кнопка, нажимаешь на нее, и ты... Стоп. И ты резко приземляешься, то есть падаешь вниз. Бамс, тихонько. Мне кажется, что тут... Наверное, будет все-таки победа за мной. Если сейчас не чуданем каким-нибудь образом, блин, что мы обычно и любим делать... Фух, нет. Все у нас получилось. 3000 монет на карман. Спасибо. И остается нам тут... Ну что я тебе скажу, нам остается всего лишь ничего, ребят. Где-то 4 или 5 гонок сделать. Это что такое? Что там за рыбы? Карасик твою налево. Ай! И все так. И все так пытаются. А, правильно, лети вниз. Ну что-то я вообще, ребят, расхандрился здесь. Третьим. А я, Друмс погиб, поэтому я и третьим. А так был вообще, наверное, четвертым. Ну, первая гонка что-то как-то не, ну, не задалась у меня. Не буду отрицать. Первая гонка не задалась. По ходу дела и вторая не задалась.
Он заехал легко, и я же как этот... Кто? Карасик, да, у нас? Карасик-буль-буль? Ну, ты видел, да? Он там же, где я застрял, но только, в отличие от меня, он не смог там выкарабкаться. Он просто разбился. Он, друзья мои, просто разбился и по делам ему. Не, ладно, карасик нормальный мужик. Не окунек, конечно, но нормально. Карасики тоже нормально. Тихо. Опа. Нет, парень. Придержи, как говорится, коней. Но все равно, ребята, что у меня? 5 очков, а у него 7. Ну, второе место хотя бы. И продвигаемся мы с тобой немножечко. Чуть-чуть, еле-еле. Так, поехал я, короче, на этой... нашей раллийном авто. Точнее, суперкар. Посмотри, у него, ребята, видишь, он даже не взял... он даже не взял защиту. То есть, да еще бесстрашный чувак. Просто без защиты. Ну, ему элементарно во что-нибудь врезаться, и все, ребята, ему кранты были бы. Помнишь эту арматуру эту дурацкую? Хе-хе-хе-хе-хе. Щеглы. Слабо было заехать. Я вниз. Им слабо было заехать, а я заехал. Точнее, я не стал паниковать. Я удержал кнопочку вперед и забрался. Опять этот ампа. Не надо. Ёк-макарёк. Да что ты? Пипец. Чё-то запаниковал. Ну ладно, хоть первым. Чё-то запаниковал конкретно, ребят. Сельский кубок. Я сельский кубок попробую тоже, ребята, взять на... суперкаре, блин. Вообще обожаю, когда вот так вот, когда вот так вот едешь. Ух. Просто когда ты так вот едешь, не дай бог, какая-нибудь кочка впереди, и ты уже не едешь, ты уже летишь вниз головой. Как бы есть свой определенный риск. И вот это вот попры... ну иди отсюда, еще попрыгульки не хватало мне здесь. Прыгает он там мне. Квазимода. Петля. Петля 9 называется. А почему петля 9? Вот это мне нравится, обожаю. Петля 9. Эть, а вот это вот, вот, ребят, вот. Когда он на этой канаточке начинает проседать, а потом густовать. Ну ты сам видел, какой эффект. Эффект подлетели в небеса. Болотистая гонка. Слушай, мы болотистую гонку попробуем на... да-да, ты правильно понял. Именно на ней. Так, у нас монетный ускоритель. Ну да, в принципе, меня это устраивает все. Ох, давно я на ней не рассекал. Еще бы, наверное, столько бы не рассекал, да? Ну, против вертушки что-то как слабо... тяжеловато мне ехать, хотя вырвали мы здесь победу. Прям у вертушки из-под носа. Давай, 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 наяривай.
Кто там сзади едет? Отлично получилось. А сзади едет бычий цепень. Прекрасно. Ну что я тебе скажу. Мы первое место себе обеспечили в этом заезде, на этой трассе. Это я специально сделал. Ты не думаешь, что у меня там не получилось заехать наверх? Да я бы и не хотел туда заезжать. О, просто космос. Просто был космос. Так, кубок езды по ухабам. Так, по ухабам, баги. Точно. Тут еще и танк, блин. Но все равно с баги тут, конечно, ребят, не сравнится. Танк, это размазня клоунская там едет. Но есть какая-то здесь, по-моему, одна трасса, где мы сфейлимся. Ну давай, буст. О. Если бы у танка был бы тоже, ребята, вот этот нитро, мне кажется, он бы с легкостью бы мог победить меня. Ну, такое впечатление складывается. Опа. Так, хватай. Да, это вот именно эти дороги для него. Для нашей баги. А песок в купальнике это лучше все-таки. Попробуй чуть песок в купальнике и на этой проехать. Давай попробуем. Да была не была. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да что ж ты делаешь-то? Не надо. Блин. И ничего не сделаешь, друзья. Вот что самое главное. Ничего ты не сделаешь. Как на нем ехать надо? Я, блин, ума не приложу, ребят. Я уже боюсь этот мотоцикл, если честно. Пипец. Я не знаю, как на нем ехать, ребят. Я не знаю, я вообще, я удивляюсь, как люди на нем что-то вообще могут делать. Да, ну вот, и чего. Да я боюсь его, блин. Да ну. Зря я, конечно, тут начал выделываться. Отъезжаем назад. Нет, ребят. Я умываю руки, я просто не знаю, как на нем кататься. Вот серьезно тебе говорю. Я не понимаю. Чуть-чуть не так, все, он переворачивается сразу же. Так что я как бы без понятия, ребят. Что с этим байком делать? Ну, чувак на формуле наяривает. Оп. Пока он там считал камушки, мы с тобой хоба. Опять ты сюда рвешь когти, а? Ну тут что-то да. Тут немножко не получилось. Ладно, фиг с ним. Меня иногда удивляет, ребята, откуда у него, у этого супостата Кости, столько мощей. Вроде бы самая быстрая машина считается как бы раллийное авто. Но у него хватает мощей еще меня как-то обогнать, догнать, обогнать и так далее. Не знаю. Но нам надо будет еще ехать, наверное, на гонку. Да, и это кубок лесов. Кубок лесов. Блин, на чем кубок лесов? На этом, наверное, ехать.
На раллийном авто. Че, я больше не знаю, на чем еще можно. Вот я, вот смотри, ребят, вот байк. Вот как на нем он едет? Я не понимаю. У меня вообще просто... Как сумасшедший просто. Черт узнает. Кто-то там сказал мне: Рэй, попрактикуйся, потом привыкнешь. Не знаю я. Сколько раз вот мы пытались с тобой. Это уже не первый раз я пытаюсь на нем проехаться. В позапрошлой серии тоже вроде бы начинал выпендриваться. И та же самая система, ребят, была. Один в один. Так же переворачивался, так же разбивался. Хотя я и потихоньку газовал, и мощно газовал, не знаю. Причем, если его вот, вот он на скорости, например, приземляется в горку, ну, в горку, например, на скорости, его почему-то вокруг себя, там что? А если снижу скорость, естественно, он съедет. Как быть, фиг его знает. Так, ну что, друзья мои, получил я 13 тысяч кубков наших. Соответственно, мы берем с собой 30 самоцветов и... Что там у нас... Что там за событие? Подожди, а там про луну что-то, помнишь, было у нас? Блин, да погоди. Гонка, да? Перейти. Ага. Это вот здесь вот... Поехали. Да чё ж ты делаешь-то, Рэй? Так я, по-моему, там все плюшки сейчас так растеряю. У меня ни одной плюхи нету, ребят. Ты... Мне бы просто интересно посмотреть, это только я так или это... Друзья, я не вижу, чтобы тут кто-то вообще с плюшками уцелевшими приехал. Они все раскидываются абсолютно. Абсолютно у всех ни одной плюхи нету. Вот я смотрю, вот они приезжают. Они сразу же просто улетают. Блин, надо было там буст, наверное, брать все-таки, да? Вот он взял буст, правильно он сделал. Ну и что это? 67-й. Кто куда? Кто в лес, кто по дрова? Ладно, я докатаюсь все-таки, ребят. Вот объясни мне, каким макаром он на трамплине улетел в Поднебесную? Как он это делает? Я не понимаю, как он это вообще делает? Ну, монетный ускоритель, и чё? Тут все уже, ребят, 8 секунд сейчас. Хэч! Нет, мне кажется, тут невозможно вообще с этими плюшками приехать. Н-н-н.
Что бы ты тут ни делал, эти плюшки не спасти. Никак. Ладно, друзья мои, время уже 2:30 ночи, блин, сижу тут, развлекаюсь. Давайте будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.